Сейчас особое время. Такого никогда не было. И мы должны показать, что мы нация. Вы просто должны отблагодарить свой народ за то, что он сделал для того, чтобы спортсмены могли бороться и выступать. Паралимпийцы выигрывают медали. Извините меня, порой без рук, без ног, как известный наш паралимпиец и патриот. Но вот это настоящий герой. Он борется. Вы понимаете, он борется и еще и выигрывает. Ну, спорт есть спорт. И так может быть, и этак. Но покажи, что ты боролся. Покажи, что ты цеплялся за ту возможность, чтобы победить. Вот что самое главное. Поэтому нам надо поехать в Токио и показать, что мы нация, если мы на что-то способны. И тренерам, и спортсменам вот просто хочу посоветовать и попросить, будьте патриотами, чтобы потом не было стыдно. Это не ваша функция бегать по зарубежью и на коленях ползать, копейки эти просить. А сейчас драка идет среди них за границей, беглые развернули бешеную драку. Денег не хватает. Идет драка за эти копейки. Это ж позорище.